На сцене областной филармонии завершился первый детский музыкальный конкурс, приуроченный к 90-летию народной артистки СССР Газизы Жубановой. Свыше 100 конкурсантов в возрасте от 9 до 15 лет соревновались в эстрадном, академическом, народном пении, а также игре на народных музыкальных инструментах. Участники представляли общеобразовательные музыкальные школы города Актобе, а также Шалкарского, Тимирского, Мугалжарского, Хабдинского, Мартукского и Алгинского районов. По итогам конкурса были определены победители и обладатели гран-при. Отметим, что в состав жюри вошли известные культурные деятели, которые и определяли лучших конкурсантов. Молодежь показывает разный уровень, все одинаковыми не может быть. Есть хорошие, есть средние, но плохих нет. Все стараются, все любят это дело. Поэтому массовость обеспечена. Из районов, музыкальные школы, даже простые средние школы, учащиеся